Здравствуйте, дорогие друзья! У каждого бывало, что хлеб дома закончился, а в магазин ох как не хочется идти, особенно вечером. Предлагаем рецепт бюджетных, простых и быстрых приготовлений ржаных лепешек на рассоле. Просеиваем 100 грамм ржаной муки и 150 грамм пшеничной. Пшеничную обязательно добавляем, чтобы готовые изделия были более мягкими. Для более сбалансированного вкуса добавляем 2 чайные ложки сахара. Соль в это тесто мы не будем добавлять, потому что у нас рассол. Чайная ложка соды, можно с горкой. Пока мы насыпали все эти ингредиенты, готовили, пришла нам идея добавить зелень. У нас смесь сушеного укропа, петрушки и зеленого лука. Это можно по желанию, можете никаких специй и зелени никакой не добавлять. В муке делаем воронку и туда разбиваем одно яйцо. Следом за ним выливаем 200 мл рассола. У нас от помидор, можно взять от огурцов или вовсе взять маринад, а не рассол. Дальше добавляем растительное масло. У нас будет 3-4 столовые ложки растительного масла. И замешиваем тесто. Оно будет немного отличаться, конечно, если просто из пшеничной муки. Тесто выкладываем на стол. Слегка припыливаем только пшеничной мукой. И когда вымешиваем, сильно не забиваем тесто. Понемногу добавляем. Тесто получилось вот такое вот эластичное, мягкое. С ним приятно работать, потому что оно напоминает как хорошо размягченный пластилин. И с ним очень приятно работать, оно податливое, напоминает детство, когда работаешь с таким тестом. Теперь будем тесто разделять на порции, из которых будем потом раскатывать наши лепешки. Когда готовили, думали только о лепешках. А уже когда к выпуску готовили это видео, нам пришла мысль о том, что можно было бы какую-то фигурку слепить, поскольку тесто вот оно напоминает такой пластилин. Обмакиваем каждую порцию теста в муку пшеничную слегка и убираем в пакет, чтобы не обветривалось. Раскатываем каждый кусочек толщиной 5 мм. Слегка припыливаем мукой. Жарить наши лепешки будем на хорошо разогретой сухой сковороде под крышечкой по 2-3 минуты с каждой стороны. Жарить будем на очень маленьком огне для того, чтобы они могли хорошо пропечься в середине. У нас получились вот такие ароматные вкусные лепешки, мягкие, они такими остаются и на следующий день. Тоже хочется сказать, что для приготовления подобных лепешек вместо ржаной муки можно использовать кукурузную или гречневую. Тоже получается очень вкусно. Приятного аппетита!